В этот праздничный день, в День молодежи, поздравляю все молодежные организации, всю молодежь, все студенчество с нашим большим праздником. Это непростой год открыл уникальные возможности и вновь доказал, что омская молодежь, да и вся молодежь России неравнодушная и готова всегда прийти на помощь. Мы с вами включились в проект «Мы вместе», помогая пожилым людям. Многие из вас лично приняли в этом участие. Многие из вас, несмотря на сложности, оставались дома, чем самым тоже помогали быстрее преодолеть те сложности, с которыми столкнулась страна из-за пандемии коронавируса. Сегодня страна меняется, страна становится лучше. И огромное значение, огромное ожидание у страны именно перед молодежью. Я желаю, чтобы каждый из вас в свои молодые годы не жалел себя, чтобы вы двигались вперед, развивались, добивались поставленных целей, делали каждый день свою жизнь лучше, а тем самым делая жизнь нашей огромной страны лучше. В ваших руках будущее страны, в ваших руках будущее нашего родного региона. Омская область знает и гордится своими молодыми кадрами. Мы знаем, что мы, как молодежь, нужны родному региону и готовы работать на его процветание. Пусть каждый из вас будет счастлив, найдет свою любовь и дружбу, с которой пройдет через года. И еще раз поздравляю вас с Днем молодежи. Пусть год, несмотря на его сложности, позволит вам открыть новое в себе и развить новые компетенции, которые в будущем вам позволят добиться новых побед и новых результатов. С праздником!